Здравствуйте! Все важные дела сегодня лучше завершить пораньше, а потом отдыхать и наводить порядок. Это главный совет – навести порядок там, где давно пора. Шкаф, балкон, сумка, рабочий стол – выбирайте сами. А вечером желательно посвятить время себе. Например, сходить в салон красоты, подготовиться к праздникам. Или заняться обучением. Можно потянуть иностранный язык, почитать книжку в уютном кресле с чашкой чая. Инвестируйте в себя с удовольствием. Приятного вам воскресенья. До встречи.